Просыпаешься? Просыпаешься? А, ты снова с нами, да? Хорошая новость. Ты пока еще не мертв. Какое облегчение, да? Не придаст слишком большого значения слова «пока». Это сведет тебя с ума, Алекс. Я хочу кое-что объяснить. Видишь ли, мы не хотели причинять тебе боль. Тогда. Мы вовсе не хотели этого делать. Но мы должны. Ты не знаешь, каково это — быть голодным. Это началось не сразу, людоедство. Мы пришли к этому. Нам пришлось. И для того, чтобы выжить, нам надо охотиться. Мы бы сделали это с кем угодно. И сделаем. Понимаешь, в конце концов, как бы ни было, нам противно это грязное дело. Человек должен есть. И если тебе от этого будет легче, на вкус ты гораздо лучше, чем мы думали.